успехов в той области, которую вы сами выбрали. Я сейчас на футбол намекаю. Характер спортсмена определяется умением работать даже тогда, когда не все и не всегда получается. Я теперь намекаю на школу. Я очень бы хотел, чтобы вы получали удовольствие не только от футбола, но и от тех знаний, которые вы получаете в школе. Всех поздравляю с первым днем учебного года и желаю, чтобы все молодые и старшие учились хорошо, также экзамены в конце сдали. Уважайте учителей, они вас вкладывают очень много. А так всем хорошего учебного года, я не хотел. Вы вливаетесь в добрую, дружную, творческую семью. Я хочу, чтобы вы ни капельки не пожалели об этом выборе. Начинается серьезная работа. Не все всегда будет получаться, надо постараться, но мы для этого здесь и собрались, чтобы в том числе помогать преодолевать задачи. Добрый путь и успехов!